Я забыл. Короче, с вами Котик Кир. Сегодня обзор на дом Вася. Идея будет. Ну что, погнали. Всем привет, с вами я, это Вася. Из первого А. Короче, обзор на мой домик. Я здесь крутой чувак. У меня очень много здесь вещей. Даже есть домики зимних блоков, я настолько крутой, что вообще офигеть вам доша. Короче, я нубик, но я крутой. Здесь я, у меня куча золота, я притворяюсь нубиком и делаю чувачка ставки на рамик, что они дадут. Я крутой Вася из первого А, так что подписывайтесь на Котика Ёжика, я тоже на него подписан. Потому что Котик Ёжик это крутой. Короче, крутой. Котик Ёжик это крутой ютубер. Он очень крутой. Тут мне даже здесь диван есть, лавочка точнее. Вот это касса, где может деньги, это, короче, это банк, где можно деньги обменять на другие, чтобы поехать в поездку. И там с этими деньгами покупать сувениры или игрушки. Я только из первого А, но я очень крутой уже. У меня целых 109 лайков. Прикиньте, 158 тысяч монет. Я даже построил второй этаж на этом острове. У меня даже есть там супер ферма лавы. Вы посмотрите туда и скриншоте, потому что это очень редко. Вот этот туннель, чтобы просто ходить изверха, короче, с высоты посмотреть, как выглядит мой остров. Вот это я сделал такое. Почитайте. Вот это очень крутая надпись. И вы должны мне поставить лайк в ютубе. Вот это читаете, можете скриншоте и почитать. Я думаю, вы скриншотили. Вот это моя ферма. Булыжника просто. Крутого булыжника. Я даже могу... Короче, я могу даже выйти из этой фермы и накопить. Но я буду это не видео делать, потому что, короче, я не хочу на видео это делать, потому что это мой остров, я крутой чувак. Я Вася из первого А, можете даже со скриншотить и написать Вася первый А. У меня есть много вещей в Локмагоу. Даже есть амик, но у меня в сундуке. Вот это моя ферма деревьев. Я здесь рубаю, чтобы получить дерево, когда мне нужно оно. Вот это супер дом мой. Только он из самиков. Точнее, из блоков, которые состоят из амиков. Вы прикиньте вообще. Круто. Вы сомневаетесь? У меня есть вот такой домик. Короче, вот это мой обзор на домики был. И на дорогу, короче. Всем пока. И мы вернемся. Только уже в следующей серии. Такой вот обзор получился на дом Васи из первого А. Его, кстати, 6 лет всего. А он уже, у него 5 подписчиков. Он очень крутой. Только он снимает видео и такие крутые, как у меня. Подпишитесь именно на меня.
Всем пока, с вами был Котик Ёжик. Сегодня был обзор на домик Васи из первого. Это, кстати, скайблок. Я очень старался.